О, вечер перестает быть томным. Один бассейн на территории отеля. Все мы их, конечно, не обойдем. Вот такая джангл стилистика для детей, для семьи. Это милое дело. Но это не только здесь есть аквапарк, мы там тоже есть для детей, там 32 горки, из них 22 взрослых и 10 детских. Здесь же есть такое вот джангл сердце большое из цветов. Ночи они очень вкусно пахнут. Мы вчера тут гуляли. И в начале отеля есть еще одно. Оно уже, по-моему, было в кадре. Территория огромная, просто огромная территория. Ну да, и кто не знает, то Хургада находится на африканском континенте, поэтому тут тематика Африки очень популярна. Мы все-таки в Африке. Это так выглядят душевые. Их тут тоже много. Здесь вечером игровая зона. Всякие разные развлечения. Там бильярд есть для взрослых. Компьютерные игры. Кстати, вот перед нами спа-салон. А вот этот вот круглый, где стоит шезлонг, это этот, как его? Ой, дай бог память. Джакузи. Это джакузи, тоже можно пользоваться бесплатно, кто любит джакузи, легко. А, и на территории есть аптека, клиника, есть врач обязательно. Пожалуйста, пользуйтесь. Не дай бог, конечно, придется, но это есть. И указатели, куда идти. А еще в этих навесах есть вот такие вот розеточки 220. Если у вас сел телефон или там ноут, надо зарядить, пожалуйста. Можете пользоваться. И отель, также на территории отеля есть ряд скульптур динозавров. Возле них очень часто фотографируются с детками. Всякие там птеродактили. Ну и такие. Там дальше носорог есть. Ну тут такая динозаврича африканская тематика.
есть волейбольчик для любителей, такие вот площадки, где люди на островках могут сидеть отдыхать, очень прикольно. А вон, кстати, моют бассейн, то, что я говорил, всегда, практически каждый день я их вижу, как они пылесосят дно, как они убирают мусор, вода фильтруется, я видел, как вынимают, меняют фильтры. То есть, в этом плане, конечно, администрация отеля. Вот сеть Альбатрос, есть сеть Альбатрос, все-таки стандарты есть какие-то, я думаю, свои, поэтому они за этим следят. Вот еще одна площадка на островке, можете тут посидеть, взять себе напитки и отдыхать спокойно, никто вас трогать не будет. Все вот эти здания оттуда и аж до туда, до того края, это все рестораны. По поводу питания тоже будет отдельный выпуск. Примечательно то, что ресторан на завтрак, на обед, на ужин работает не один. Вы можете сидеть возле одного, а еду походить, пособирать по трем, по четырем ресторанам себе в тарелку и спокойно себе кушать. Никто вам не запрещает. То есть вы можете выбрать все, что вам хочется. Ну, из того, что есть, конечно же, в наличии, естественно. Вот. Дальше сейчас пройдемся. Очень интересно стилизированный такой отель. Очень огромная, большая территория. Там дальше аквапарк, про него будет отдельный выпуск. Это отдельная вообще тема, это целый город. Все убирается, чистится, подстригается, поливается. Везде все чисто, аккуратно. Супер, молодцы. Бассейны тоже. Это, можно сказать, набережная такая в отеле. Кактусами и с такими интересными пухнастыми деревьями. Что это за деревья, я не знаю, не специалист. Есть вот такая игруля с шариками. Для тех, кто любит позаниматься йогой, пилатесом, чем-нибудь подобным, вот с аниматорами можете порастягиваться утром после зарядки. Возле каждого практически бассейна есть бары. Очень рядом есть детская площадка. И она не одна, я видел несколько. А также есть два кидс-клаба для детей. Индивидуальные номера, вон там парковка в конце, я вижу, машина стоит для отдельных лиц, скажем так. И как раз тоже рядом с аквапарком близко. Выходят сразу на аквапарк. На правую сторону недалеко ресепшн и рестораны все. Есть еще одна очень интересная локация возле лобби на втором этаже. Если смотреть на лобби со стороны бассейна, то слева балкон. Здесь есть тоже бар. Ну, внизу люди отдыхают. И здесь тоже есть бар. И здесь очень тихо всегда, мало людей. И тут всегда играют арабскую музыку на музыкальных инструментах местных. Видите, практически никого нет. Но сегодня конкурс красоты Мисс Отель, поэтому все ушли туда, но нам не интересно. Вот такое местечко тут тоже есть прикольное.